А вон белка. И какая хорошая. На сосне сидит. А, меня увидела. И испугалась. Думает, я ее не вижу. Все, убежала. Как у нее это ловко получается. Ну что, доброе утро всем. Сегодня я уже сходила в магазин. На улице дубарина такая. Сейчас покажу вам обзор продуктов. Чё почём? Сегодня была в своем магазине, который, как говорится, в шаговой доступности. Что я купила? Зелень там была, петрушка, салат, рукола, зеленый лук, огурцы, решила сегодня взять и мясной продукции, как говорится, одной капусткой сыт не будешь, какие-то колбаски с большим количеством Е, я только 4 штучки взяла. Так, сколько эти колбаски стоят? Колбаски 10 рублей 29 копеек за килограмм, а за 4 колбаски 4,88. Рукола дорогая 2,59, здесь 30 грамм. Огурцы 3,99 за килограмм. Лук перо 50 грамм, 70 грамм 99 копеек. Лук такой хороший лук. И рукола все свежая. Петрушка, так сколько петрушка? 99 копеек. Салат листовой. Так, немножко уставший. Посмотрим. 2,29 за штуку. А, еще взяла молоко в этом магазине. Молоко Минское 1,6%. Молоко стоит 1,35 рубль. Так, это вот в этом магазине у меня получилось чек на 14 рублей 60 копеек. Так, еще я сходила в другой магазин, тоже ихняя фирма. Только он такой макарошки. Так, Барилла. Так, макароны стоят 2,99. Что у меня еще тут? Гречка. Гречка не очень качественная. Отдалась всеобщему сумасшествию. Это российская, что ли? Да, российская гречка. Крупа гречневая 3,49. Так, что еще у меня тут? А, оливковое масло взяла. Греческое масло, пол-литра. Экстра вёржин. Импортер тоже Россия. Производитель Греции. Странно, Россия. Любое посредничество – это увеличение цены. Как этого у нас не могут понять? Так. Масло. Масло. Масло 13,89. Это очень хорошая цена для оливкового масла. Экстра вёржин.
все покупки. Это мой завтрак. Крупа, каша гречневая, с ложкой масла, растительного, салатик. И он взлетел только после того, как я пришел туда. Хутор замошли. Вот эту сетку, чтобы заглянуть. Потому что через сетку, как вы видите, ничего не видно. Это не только в камере. Кошу словил кроликов. Визуально. Видно, если только вот так вот к ячейке объектив поднести. Да, нужна сетка. Хутор. Или поднять камеру. А чтобы самому посмотреть, надо немножко прижать. Ну все, приятного мне аппетита. Я прижал сетку, и только после этого. У меня сегодня на обед картошка с колбаской. И рыба. Сейчас я покажу, как я делаю рыбу. Так, берем кусочек рыбки. Обваливаем ее в муке. Рыбка посолена и поперчена. Немножко базилика добавим в рыбку. Потом мы ее обваливаем в яйце. Потом в сухарях панировочных. Все, я вылаживаю на противень. Сейчас еще раз покажу. Муки. Кусочек. Муки. Яйце. И в сухарях. Все. Картошка у меня тоже в сухарях, обваленная, растительное масло, петрушка и соль. Все. Сейчас духовку на 200 градусов. Ну все, картошка готова. В духовке простояла 40 минут с колбаской. Рыбку я достала на 10 минут раньше. Рыба вообще обалденная. Сухарики похрустывали. Вообще классная рыбка. Очень вкусно.